Доброго дня, дорогие мои! Хочу вам представить один из самых таких необходимых ингредиентов восточного плова, узбекского, туркменского плова, да, среднеазиатского. А это желтая морковь, вот она. И посмотрите, вот красная морковь, вот она желтая. Вот. Для приготовления среднеазиатского плова, бухарского, ташкентского, андижанского, разницы нет, туркменского плова всегда используется вот такая желтая морковь. Тогда плов будет у вас настоящий восточный. За неимением, конечно, можно использовать и красный. Но я стараюсь, мои гонцы находят даже в Турции, где бы ни было, только мне надо говорить, и они мне находят желтый морковь, масло кунжутное, вот, настоящее кунжутное масло. Вот сейчас я уже буду сейчас через трендиол заказывать хлопковое масло, пока делаю на кунжутном масле, и вот такой вот желтый морковь. И плов у вас будет незабываемый, незабываемый. Вот. И вкуснятинка будет невозможная желтой морковью. Это настоящий это ингредиент среднеазиатского плова. Это желтая морковь. Кстати, когда покойный президент был Каримов ездил куда-нибудь, если ему готовили плов, с ним возили специально повара желтый плов, желтая морковь. Без желтой моркови, там я читал в одной заметке, он не кушал плов. Желтая морковь – это настоящее сердце среднеазиатского плова. Прошу любить и жаловать.